Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Xiaomi Watch S3. И сейчас я покажу вам, как поменять яркость экрана. Итак, открываем настройки. Далее проходим в раздел «Экран» и выбираем яркость. Можем выключить автояркость, и тогда мы вручную можем настроить яркость, увеличив ее либо уменьшив. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.